Всем привет! С вами я, Алиса, и сегодня мы с вами собрались тут вместе для того, чтобы подвести итоги конкурса на зомби-гагу и открытку с моим автографом. Я напоминаю, что условие конкурса состояло в том, что вам надо было подписаться на канал, поставить лайк под видео, написать комментарий о вашем любимом видео о зомби-гаге и зарегистрироваться на нашем сайте. В данном гивэвэе поучаствовало более 3500 комментариев. Из них, правда, некоторая часть ушла в спам. Некоторые пользователи просто не выполняли какое-либо условие данного конкурса, например, не подписались на канал, самое, например, элементарное, не поставили лайк, не зарегистрировались на сайте или же не написали комментарий, какой-нибудь тег и так далее. Я не знаю, ребята, вы о чем думаете, когда вот регистрируетесь и хотите поучаствовать в конкурсе? Ну, не все так просто, как бы условия надо выполнять. Я-то это могу забыть, там, не досмотреть что-то, но когда компьютер выбирает победителя, то он ошибок не допускает. Так что просто на будущее знайте, что условия, если вы хотите победить и выиграть в конкурсе, то условия надо выполнять, а не так. Ах, прокатит. Все, получу просто так. Даже ничего не буду делать, а кукла сама прилетит. В общем, просто на будущее знайте, что если вы видите какие-то условия, то их надо выполнять, а не просто так на них плевать и забивать болт. Вот вы сейчас увидели наверняка список тех людей, которые могли победить, но не победили. То есть вот обидно, согласитесь. Ну а теперь давайте же посмотрим, кто все-таки прошел все процедуры регистрации и на кого рандом положил свой глаз. Итак, мы заходим на наш канал на YouTube и заходим в то видео о конкурсе на зомби-гагу. Теперь копируем ссылку и вставляем в специальный сайт, который определит нам победителя этого конкурса. Итак... И победителем является канал Малинка Блондинка. Теперь проверяем, прошел ли этот пользователь все процедуры регистрации на этом конкурсе. Я вижу, пользователь подписан на наш канал. И лайк на видео поставлен. Теперь проверяем, зареган ли пользователь на сайте. Ага, такое есть. И вот эти классные призы, зомби-гага и автограф с моей росписью, отправляются Маше в Тулу! На этом видео подходит к концу. Не переживайте, если вы не выиграли в этом конкурсе, поскольку это не последняя раздача на нашем канале. Но знайте на будущее, что условия надо выполнять тщательно и правильно. На этом мне сказать больше нечего. Живите на позитиве и смотрите наше следующее видео и участвуйте в следующих конкурсах. Также подписывайтесь на наш канал и до новых встреч! Всех вас очень люблю! Пока-пока!